Не второй такой в мире, как ты. В твоем сердце цвечу орхидеи неземной колдовской красоты. Никого для меня нет дороже. Нога вам красоты. Лишь тобою душу и живу. Я не знаю, как это возможно, но подобно ты вся. Вы в прямом эфире. Необыкновенно. Ласковая, нежная. Как океан беснежная. Задолбали своей вот этой любовью. Смотри, как красиво. Необыкновенная. Сиская луна. Да. О, приезжай к нам, Игорь. Мне так скучно, они тут. У них кухарня, а я тут. У нас есть много сосисок. Да, это на сокорках на ривере. Знаешь, где ривер? Ты там лишняя. Да я давно это поняла, что я лишняя. Понимаете, как это? Конечно. Это, ну тут где, понял, Игорь, где эти яхты стоят, а тут там типа... Это Игорь? Нет, у меня нет никакого Игоря. Какой Игорь? А, нет, не тот. Ага. А ты здесь где-то живешь? Видишь, как красиво, правда? Мы решили устроить себе субботу. Вот так альянчик был бы, было бы идеально. Я тут вообще сижу, что слышу, лишнее. Самое офигенное, что никого нет, но у вас пресс. Может, боже. Не, на самом деле, мы просто, если честно, мы... Что мы купили? У нас вон еще сколько сосисок. У нас еще всякие штучки, ну, типа так, по лайтику. Мы... Да, волны, класс от воды. Живые, это очень круто. Это такие ощущения нереальные. Видите, тут песок. И вода прям так прибивается. И типа там яхта, это очень круто. У костра даже. Необыкновенная, милая, бесценная. Да, здесь очень. Я ребят случайно сюда завезла. Короче, это перелетал в дров. Никого нету, так ну кальянчика не хватает. Если бы еще кальянчик, то было вообще все. Да, ребят, скажите, круто? Да! Необыкновенная. Так что, если кто-то хочет, подтягивайтесь. У нас есть дрова, но уже почти нету, да? Мы знаем, где брат. Что-что? Мы знаем, где брат. Мы знаем, где брат, кстати, да. У нас, в принципе, классно водичка доходит. Колоночка. Ты необыкновенная. Спасибо. Я тут сижу как раз, Игорь, плачу, меня тут успокаивают, сам понимаешь его. Вспоминания, все дела. Ну, с прошлым нужно прощаться. Ой, так что такое? Привет от близняшек с Кривого Рога. Или, подожди. Кировограда, привет. Поезд не тогда. Ого, какая ты крутая. Спасибо большое. Так что, короче, не, если хочешь, подъезжай. Сколько у тебя там будет встреч? Мы еще можем, блин, просто дома торчать не хочется. Здесь так классно, музычка, костерчик. Переживаем коронавирус, как можем. Необыкновенная. Лен, сейчас, чего вы знаете, мы как камеру? А где вы находитесь? Мы находимся в ривер. Видите? Как это называется? Короче, на ривере. Ты молодец, такая простая, позитивная. Спасибо большое. Еще две доски. Еще под жопой у меня доска есть. Да мы еще, блин, живем. У нас еще еды сколько. У нас есть еще
О, включи вот эту. Ну-ка, подождите. Просто веди, береги ее, Боже. Такая классная песня. Боже, эта песня сейчас такая. Необыкновенная. Че? Волосы нарастил. Коронавирус. Спал его. Старая пускай уходит. Что, уже все, пизда? Болеет. Да? Он тогда. Он подождать. Блядь, 2%. Заебал. Не, ребят, давайте вам лучше понаслаждайтесь вот этим красотой этой. Мы вот сами, наверное, прошаренные люди в Киеве. Нашли. Так ты выкупаешь, у нас очень зачетное место. Типа, если поехать куда-то на гидропарк или куда-то. Точно береги ее, Боже, не находит. Да. Все. Смотрите, как красиво. Необыкновенно. Саш, тебе так идут реснички. Саш. А, тебе идут реснички. Скажи. Ой, сделай погромче. Классно. А что у тебя мордашка смазлива? Кто там чем занимается?